тоже вот на каждом углу каждый конвейер там сидят люди. Они прозрачные, вот цветной, да, и попадает прозрачно. Они его убираются отдельно, он будет ходить и уезжать. Там все равно попадает, да? Кто-то может попасть. Попадает, но потом все равно будет смотреть, что он там. На 30 метров не убирает непосредственно. А здесь у вас сколько человек попадает? Говорили, 8 сортируют, ну, чтобы... 8 там наверху, и да. Здесь на конечном еще получается... Ну, в общем, в общей сложности сортировщиков у нас 20...